Дямбы Чингисхана. Дямбы объединил в себе два символа – сокола и змеи, верховная власть и земная мудрость. Изображение сокола, взмывающего в небо, означает «сын неба», хвост змеи – жизненная сила. Объединяют эти два символа в центре Дямбы золотой народ Ясы. Изображение солнца спереди и луны сзади говорят о единстве противоположностей. Впереди свет, будущее, позади тьма, прошлое. Но без прошлого нет настоящего. Здесь и сейчас творение реальности открыто для намадов. На голове сокола надета корона, на которой изображены три яруса, означающие три мира. Три единства – дух Чингисхана. Дямбы – хан Манаса. Дямбы изображен в виде крылатого дракона, дающего поклон в дань уважения и величия силы меча, в котором проявлен дух Манаса. Дракон – женское начало земля, а меч – мужское начало неба. Космический закон проявления природы человека. Дракону живого света даровано колесо бесконечности, которое символизирует единение духа и материи, превращая все это в энергию изобилия и процветания. Меч – это вода и воздух. Дракон – это огонь и земля. Объединенные стихии – это и есть кут, сила духа Манаса. Центр четырех стихий, пятый элемент. Дямбы Алашахана. Дямбы – черепаха юрта в движении. Это космическая энергия намадов, растворяющаяся во Вселенной, которая через тундюк юрты сливается со звездами. Мудрый Алашахан создал ковчег для своего народа и запустил вселенскую энергию небеса, земля, человек, которая трансформировалась в короне из трех джузов – старший, средний, младший. Циркуляция космических потоков энергии аккумулирует жизнь намадов для того, чтобы встретиться с самим собой и обрести себя. Вернуться туда, откуда начал путь. Путь, проложенный предками, как основа бытия. Дямбы царицы Уйгук. Дямбы Сарлых твердо стоит между мирами, охраняя мир и покой, не пропуская темные силы из подземелья, при этом существуя в мире намадов, сохраняя огонь, свет небес. Ноги сарлыка прикованы в нижнем мире, голова в среднем, а чаша с вечным огнем находится в верхнем мире. Много веков стоит сарлык на страже четырех границ и не двигается с места. Настолько сильна ее вера. На голове у сарлыка горит чаша с вечным огнем, обозначая победу духа и память рода. Вера в себя производит духовный огонь в сердце. Выбор – это часть жизни намадов – проснуться или уснуть. Дямбы Гесерхана. Дямбы Каменный Будда. Дямбы Каменный Будда. В руках он держит радугу, означающий пик знаний, дарованный небом. Камень – самый древний источник информации к тайнам священных писаний. У Будды глаза закрыты, но открыт третий глаз, седло души. Это говорит о высокой духовности, просвещенности и состоянии сон. Правая рука – символ верности. Она спрятана под радугу, таким образом накапливая знания и благословения для будущего поколения. А когда наступит время перемен в мире намадов, он покажет руку, в которой хранит книгу жизни. На спине у Будды ключ к Шамбале. Он повернется спиной, чтобы указать путь только тому, кто чист душой и откроет врата в Шамбалу. Судьба каждого намада в его руках. Дямбы царя Соломона. Дямбы звездный мудрец вдумчиво созидает руны мироздания. На нем надето золотое руно, символ духовного золота. Его рунный посох направлен на север, где находится звезда Калхиды. На поверхность посоха нанесены загадочные руны.
причудливо переплетая эти узоры, рунный посох творит историю мира. В верхней части посоха изображена рыба, символ освобождения от мирских желаний, которая управляет временем и пространством для равновесия и гармонии во Вселенной. Во тьме мудрец показывает путь заблудшим намадам, зажигая на небе звезды. Джамбе царица Тамирис. Джамбе объединил в себе 7 элементов звериного стиля, показывая мистическую природу и могущество намада. Синтез несовместимых элементов отображает структуру мироздания, канон единства и борьбы противоположностей. Волшебная птица Умай на голове Барса, предвещающая счастье небес, дочь Солнца. Барс – победа над внутренними демонами. Горный Архар и горный Козел – братья ветров. Царица-змея – символ силы, окольцованная Вселенной в вечном круге перерождения. Копыта верблюда – символ выносливости и способности найти выход из немыслимого тупика. Хвост пантеры – равновесие, восполнение истинной силы. В целом, образ олицетворяет смысл «назад в будущее». Джамбе-дева в одеянии матери Оленихи. На рогах она несет восходящее солнце, знаменуя новое возрождение стихии намадов. Украшение – это лестница между небом и землей, символизирует постоянную связь с космосом. Когда-то, очень давно, мать-прародительница племени воды пожертвовала собой, чтобы сохранить жизнь девочки, и оставила ей в дар источник чистой энергии, стихию воды. Девочка получила благословение от неба и выросла, став сердцем для людей, которые потеряли любовь. Для каждого она несет под сердцем источник новой жизни. Чистая любовь заставляет иначе биться сердце намада. Джамбе земли. Джамбе дракон эпохи, посланник небесных сил, оберегает чашу изобилия, символ творческого ума и процветания. С его пробуждением начинается эпоха рассвета на земле намадов. Печать на его голове означает «Господин рассвета». Дракон держит ядро земли, покрытое 9 слоями, которые открываются посвященному постепенно. Шаг за шагом намад вспоминает путь, прошедший предками к ядру земли, где находятся врата в сокровищницу намада. Благостным дыханием дракон наполняет ядра земли и защищает его силой ключа, в которой он замкнул свои крылья. Открыть для себя память рода – это величайшая миссия в жизни намада. Джамбе огня. Джамбе-дева стерх танцует в ритме огненного племени, символизируя красоту и надежду в свет без тени. Свободный огонь, вобравший в себя энергию солнца, вечная природа намада. Сгореть, чтобы снова родиться в круговороте света. Дыхание огненной девы-птицы согревает всех вокруг своим светом и теплом. Язык ее танца в пламени, который расскажет вам о предстоящем утре, наполненном новым началом. Джамбе воздуха. Джамбе женщина время – символ инверсии, вечного возвращения мига между прошлым и будущим. Жизнь сменяет смерть, а небеса – землю. Это циклы созидания и разрушения, путь через звездные врата, проходящий сыном неба, ключ от которых – это связь миров, цепь, которую нельзя оборвать, чтобы не потерять равновесие. Цель намада – обрести истинную свободу в жизни, быть самим собой и пройти инициацию ветра, передавая энергию всему живому. Отчет эпохи совершенного намада происходит на перекрестке 4 частей света – между Надиром и Зенитом. Джамбе отцов. Джамбе – золотой олень, у которого на голове растет древо жизни золотыми плодами. В сердцевине ствола текут два тончайших течения тьмы и света.
Они бурлят, кипят, переплетают свои потоки, соперничают и не хотят соединяться. Но существует поверье, что раз в 169 лет два течения не выдерживают и смешиваются воедино, образуя слиток Джамбы. Чтобы обрести его, нужно добраться до древа, которое невероятно сложно найти, ведь оно находится везде и нигде, и появиться может где угодно, так как хранитель древа – олень, путешествующий между мирами. И лишь один золотой плод из множества содержит в себе Джамбы, и только одна попытка дана Намаду на то, чтобы получить заветный плод. Благословенно, сорвав этот плод, он становится обладателем Джамбы, одного из чудес вселенной Намадов.